Сдать экзамен «Детский отдых» на отлично. Такую задачу перед главами муниципальных образований и руководителями здравниц поставил губернатор Кубани Александр Ткачев. О готовности детских здравниц к летнему сезону 2014 шла речь на краевом совещании. Глава Анапы Сергей Сергеев также принял в нем участие. На селекторном совещании Александр Ткачев потребовал усилить контроль за состоянием всех детских здравниц и лагерей. Прежде всего, речь идет о противопожарной безопасности и соблюдении правил антитеррористической защиты. За санитарным состоянием пищеблоков и корпусов, безопасностью на воде, уровнем подготовки профессиональных кадров, считает глава региона. Я даже прошу обратить самое пристальное внимание на все детские аттракционы. В обязательном порядке пройти, проверить их техническое состояние, документацию. Оценивать уровень подготовки персонала, обслуживающего их, выяснить, кто там работает и имеет ли он на это право. И здесь я обращаю ваше внимание на то, что самое главное в организации детского отдыха – это, конечно, обеспечение безопасности. В Анапе в этом году принимать детей на отдых будут 44 учреждения санаторно-курортного комплекса. Подготовка здравниц к летнему сезону 2014 велась с окончания прошлогодней оздоровительной кампании. На текущие и капитальные ремонты предприятий направлено 219 миллионов рублей. Закуплено новое медицинское оборудование, спортивный инвентарь. Мы планировали мероприятия полностью все, какие должны провести. Я думаю, что готовы во всеоружие. Мы провели 21 числа свое ведомственное совещание на территории города-курорта с приглашением всех из здравниц. Но я не отделяю этот отдых от отдыха наших детей, потому что у нас будут работать и лагеря дневного пребывания, мы будем ходить в походы и еще очень много мероприятий, в том числе и спортивной направленности, которые будут проведены. Начало сезона, а оно вот буквально на днях, покажет, как мы готовились, и со стороны будет видно. Но мне кажется, мы приложили довольно серьезные усилия для этого. Обеспечение безопасности – приоритетное направление при подготовке к летней оздоровительной кампании в Анапе. Во всех учреждениях санаторно-курортного комплекса, имеющих отношение к отдыху детей, установлена система тревожной сигнализации. Заключены договоры с охранными предприятиями. Дежурство будет круглосуточным. С 2013 года все пляжи детских здравниц оборудованы системой видеонаблюдения. Следующим шагом станет полный охват территории пляжного отдыха с подключением к единой системе «Безопасный город». Кроме того, на всех пляжах установлены спасательные посты. В летний период дежурства на них будут осуществлять 558 матросов-спасателей. Роль не только глав муниципальных образований, но и руководителей здравниц в организации безопасного и комфортного детского отдыха, подчеркнул глава региона. Затронули на совещании проблемы в организации детского отдыха, выявленные как в прошлом году, так и при проверке готовности здравниц к нынешнему сезону. Глава Анапы подчеркнул, большая часть выявленных нарушений в работе учреждений санаторно-курортного комплекса исправлена. Со стороны федеральных структур, присутствующих на территории, которые во взаимодействии с нами по своим должностным обязанностям должны контролировать, и детский отдых в том числе, есть полное понимание с этими структурами, и работа в этом году будет в корне отличаться от работы в прошлом году. Для нерадивых мы создадим нетерпимые условия, для тех, кто работает хорошо, мы создадим ряд преимуществ.